Напомню, что Индонезия четвертая страна в мире по населению. В ней живет 250 миллионов человек. После Китая, Индии и США это четвертая, значит, страна. Огромная страна, колоссальная. 85% населения ее мусульмане. Но 15% не мусульмане, что будет иметь отношение к тому, что я буду вам рассказывать. 15% от 250 миллионов, это достаточно приличное, в общем-то. Где-то 30-40 миллионов, то есть вполне прилично отдельная страна. Значит, напомню, что если так вот мы взглянем, значит, на карту Азии, мы видим в центре большой Гималайский массив, который как бы делит эту часть света на западную и восточную часть. И это разделение безумно древнее. Ну, например, я обращу ваше внимание на то, что расположено к востоку от Гималаев, то есть вся западная Пацифика, например, там нет вообще молочного животноводства. Люди не знают, что такое молоко, и не умеют доить скот. Считают, что если их доить, то значит отнимает молоко от телят. Сам был свидетелем этих, так сказать, вот пассажей. Там употребляется собачье мясо, а к западу не употребляется. А одежда, например, если к западу это туника, то к востоку это распашная одежда. Халат, то есть, иными словами, к чему я говорю, что Гималаи стоят как какая-то такая огромная преграда там с глубокого, с палеолита примерно так. И евреи при своем паноикуменном расселении этот барьер практически не перешли. Ну, что значит практически? Вот я вам сейчас как бы это расскажу. То есть это значит, что древние миграции, расселение интенсивное евреев по икумене не затронуло Дальний Восток, тоже можно сказать, то есть, как бы, так сказать, район от Камчатки до Австралии, дальше, уже только в 20 веке и так далее, там появляются какие-то группы. Индонезия, значит, естественно, но я не буду на этом останавливаться за отсутствием времени, что, конечно же, появление евреев в Индонезии связано в достаточной степени с историей евреев в Индии. Это другая история, сама по себе очень интересная, я думаю, об этом многие здесь знают. История евреев в Индонезии, вот как написано в этой маленькой книжечке, «The unbekende geschiedenis van Joden in Nederlandse Indië». Неизвестная история евреев в Нидерландской Индии, да. Вот, и, кстати, книга носит совершенно замечательное название «Саламат Шаббат». Саламат – это обычное приветствие в индонезийском языке. Там саламат паги – доброе утро, саламат сиян – там, а? Добрый день, это вот саламат шаббат. Значит, существуют действительно какие-то ранние случайные упоминания о том, что некоторые евреи в 12 веке, из каирской генетики, понятно, добирались до мест, которые можно идентифицировать с Суматрой. Суматра – это один из самых крупных островов от Индонезии, на всякий случай напомню, и мира также по территории. Значит, но это было как бы одним из, в общем-то, случайностей участия евреев в функционировании великого торгового пути пряности. У нас принято все время говорить о шелковом пути, это очень хорошо, но шелковый был сухопутный, а не менее интенсивно, а даже более интенсивно был морской путь, который проходил через Аравийское море, Индию, дальше через Малайский пролив, соответственно, в Сиамский залив, Южно-Китайское море, и дальше до Китая, или уходил на восток от Индонезии, моря Банда. Но вот кроме этих самых, так как бы, вот, значит, наружных мной в публикациях, значит, материала каирской генезы случайных двух евреев ранних, я ничего не обнаружил. Напомню также, вот, поскольку времени мало, тема интересна, поэтому я просто обращу внимание на несколько пассажей, которые заслуживают
так сказать, внимания, а пущу общие исторические, так сказать, изложения. Период, значит, когда Индонезия принадлежала Объединенной Устинской компании, соответственно, 17-й, начало 19 века, евреи в силу ряда причин не проникли в Ост-Индию Нидерландскую, проникли только в Нидерландскую Западную Индию, то есть в район Карибского моря, Северной Бразилии и так далее, где действительно еврейский вклад в развитие этих территорий был существен. И, как мы знаем, именно кратковременное голландское завоевание Бразилии положило начало еврейским поселению в Новом Свете, в том числе и в Нью-Йорке. Вот. А в Восточную Ост-Индию нидерландские евреи не проникли. Значит, впервые мы, значит, имеем отрывочные данные для середины 19 века, когда Ост-Индская компания прекращает свое существование с наполеоновскими войнами, колония переходит к государству, и государство прекращает чинить евреям препятствия проникновение туда. Но количество евреев небольшое, и мы имеем, так сказать, весьма любопытный источник 60-х годов 19 века, защищение некоторого якобы Леви Сапира, такая весьма колоритная личность, я бы сказал. Значит, это человек, который родился где-то, по-моему, в Литве, в младенчестве был перевезен в Цфат, и дальше, значит, жил там вплоть до своей смерти. Был настоящий, правоверный, консервативный, так сказать, еврей местечкового типа ашкеназ, несмотря на то, что мы занимаемся не ашкеназскими общинами, но ашкеназ, значит, да, который стал, ну, выражаясь современным языком, шалехом, то есть был послан на сбор денег на восстановление синагоги Хурва в Иерусалиме. И послали его в Австралию и Новую Зеландию. Он был первым из таких шлихим, который добрался до туда. До этого, как бы, еще, так сказать, эта нога таких людей туда не вступала. Это какие годы? 60-е годы 19 века. Сейчас скажу точно, какие годы. 61-й год, 1861. Значит, он ездил вначале по азиатским странам, он выехал из Иерусалима, где он жил. Если мне знать память, начал с Йемена. Потом перебрался в Иран, потом в Индию, был на Цейлоне, потом в Бирму. Сошел по этому пути. Да. Ну, ну, в общем, пряности, но это уже были не пряности, он ездил уже на пароходах. Да, да, понятно. Да. Но сам он был крайне, был такой, я бы сказал, так сказать, ну, персонаж такой, не соответствующий нашему представлению о просвещенном второй половине 19 века. И вот, значит, он, так сказать, добирается до Батавии. Батавия — это в ту пору так называлась столица Индонезии, нынешняя Джакарта. Если везде, он ехал на пароходе, он выходил и спрашивал, где тут живут евреи, ему везде показывали, да, что он шел в эту еврейскую общину, и с малым успехом занимался фандрейзингом, но все-таки что-то такое добавил. То есть здесь, значит, он описывает, он издал книгу под названием «Сефер Сапир», по-моему, вот она называется, могу уточнить списки тебя. Написанная довольно тяжелым, в общем, так сказать, языком, да, неудобным для нас, которые учили современные евреи израильским шрифтом, но, тем не менее, вполне преодолеваемый, как бы, так сказать, для человека, даже, так сказать, поверхностно знаком с эпиграфикой еврейской, типа меня. И, значит, там он выходит и спрашивает, а где тут евреи? А говорит, тут евреев нет. Вот представьте себе, этот человек, который там вышел, вот тут в Батавии, он уже куда-то деться, да? Куда? Как вы думаете, куда он пошел? Мечеть. Мечеть, правильно. Совершенно верно, да. Поскольку он прожил всю свою жизнь, в общем-то, среди мусульман, да, то он пошел действительно в мечеть, и там он нашел какого-то человека, который по-арабски его привел, с ним поговорил, привел его в странноприимный дом. И дальше, значит, этот самый Сапир думает, а где же мы евреев такие? Неужели тут их совсем нет? И этот араб, значит, он был именно араб, не индонезиец, а именно араб. В Индонезии есть небольшое количество арабов живет. И он дальше его направляет к прусскому консулу. Прусский консул, значит,
Ему говорят, что есть тут евреи, говорит он, в Батаве, да, в небольшом количестве, но есть, и направляет его к кому-то из них. Дальше идет, значит, замечательный вот рассказ о том, как он ходит по этим семьям. Ну, я вот, я позволю себе чуть-чуть его тут процитировать, да. Да, он там очень плохо себя чувствовал. Он голландского языка не знал, он знал немецкий язык, естественно, да, и худо-бедно говорил по-английски, но по-голландски нет. Там как бы голландский язык и местный, вот малайский. Значит, он совершенно не понял, куда он вообще попал. Он не понял, что он попал в мусульманскую страну. Для него индонезийцы, которые там были, он пишет, что это какая-то разновидность не то китайцев, не японцев, но, к сожалению, не знает ни китайского, ни японского языка. Но как бы, опять же, они его не очень вот, вот и, так сказать, это волновали. Вот дальше, значит, он пишет, что все эти, значит, евреи стыдятся признавать, что они иудейского племени, и слово «Исраэль» применительно к себе не употребляют. Либо купцы из Голландии или из Ашкеназа, ну, то есть из Германии, либо военнослужащие, либо те, кто уже отслужили в армии, остались тут вместе со своими детьми. У них пишут, что нет ни одной синагоги, нет шохета, то есть резника, нет моэля, ну, того, кто совершает обрезание. Детей не обрезают. Он сам предложил обрезать всех, кто хочет, но они ему ответили, что придерживаются закона ашкеназского и голландского, согласно которому у Мойля должна иметься лицензия, заверенная правительственным органом. А все они не обрезаны. Женщина-еврейка, которую привезли с собой или привозят из Голландии, но также на местных женщин, с которыми рожают детей. Ну и дальше идет разные рассказы о встречах, значит, с этими людьми. Он разводит руками. Дело в том, что к тому времени, когда Сапир был на Яве, в Батавии, во втором городе по величине Индонезии, Сурабая, на восточной Яве, уже появилась сефардская община. Но до нее Сапир не доехал. Если бы доехал, он, конечно, чувствовал там себя бы гораздо уютнее, чем в Батавии. Так или иначе, про Сапир рассказываю просто, как, так сказать, своеобразный пассаж. Что происходит дальше, какие интересные вещи. В конце, значит, 19-го и первой половине 20 века численность еврейской общины растет, но общины ее, в общем, назвать толком нельзя. Большинство составляют голландские евреи, ашкеназы в основном, то есть сефарды старые, то есть как бы начало 17 века амстердамские евреи, если и были среди тех, кто селился там, то это были просто отдельные случайные люди. В массе это ашкеназы, и вот, соответственно, не ашкеназская, значит, община в Сурабае, о появлении которой известно меньше, чем об вот этих, собственно говоря, голландских евреев, которые появлялись там не столько как евреи, только как голландцы. И местным как бы населением они тоже воспринимались в качестве голландцев. Появление сефардов следует понимать с миграцией Багдади из Индии по, ну, в основном по местам, где было, так сказать, сейчас влияние Британской империи. То есть Калькутта, Рангун, Сингапур, Гонконг и дальше оттуда, дальше Шанхай, где был международный сеттельмент. И в том числе заодно, что называется, какая-то часть заехала не все из Индии, хотя я встречал там именно индийских евреев среди них, а некоторые прямо непосредственно из Халиба и вроде бы даже из Эрец-Исраэль. Значит, синагоги. Так и не было до самого конца, до Второй мировой войны, они не смогли сделать синагогу. В Сурабае сефардская община сделала какой-то молельный домик небольшой. И потом, значит, мы подходим к японской вот этой оккупации. И там имеется интересный момент, о котором, так сказать, можно поговорить. Значит, японская, значит, оккупация продлилась 3 года в Индонезии в 1942 году. Японцы вначале завоевали остров Амбон на Малусских островах, и оттуда потом через 3 месяца продвинулись на Яву и захватили Батавию. Значит, отношение японцев к евреям
в Индонезии оказалось иным, чем отношение к евреям в других местах, которые захватили японцы, в частности, Харбин, Шанхай, мы знаем, да, опять же, Гонконг, в Малайе небольшое очень количество евреев. То есть, если, в сущности, евреи, ну, японцы столкнулись с евреями в большом довольно количестве в Китае, в основном с русскими евреями или европейскими, тоже опять же, к этому ашкеназы, на кайфынских евреев они и не обращали внимания, или это внимание осталось мне совершенно неизвестно. И вот в Индонезии, где к тому времени жило примерно 3-4 тысячи человек евреев, разбросанных, среди которых примерно было 500 человек сефардов, и где-то, так сказать, остальные были просто, в общем, разного рода голландцы Моисеева вероисповедания, на которые они не очень вот обращали внимание. В чем проявилась особенность японской политики по отношению к евреям Индонезии? Индонезия оказалась единственным местом из всего, так сказать, всей территории, захваченной японцами, где в конечном счете японцы интернировали всех евреев. И, собственно, голландцев, которые вначале они начали с них, потому что были европейцы. Но среди них было небольшое количество беженцев из Германии и Австрии, которых японцы не тронули, потому что они были, они как бы были в их глазах гражданами союзников Японии. То есть, как бы, значит, граждан Голландии или голландские индиане интернировали, начали посылать в лагерь. Сефарды должны были бы идти как азиаты, наряду с арабами, китайцами и прочими, так сказать, азиатскими, значит, группами, которые там были, которые не подлежали дискриминации, а наоборот должны были наслаждаться сферой взаимного процветания, как японцы называли, так сказать, этот, да? Тем не менее, опять же, говорю, поскольку все времени очень мало, к сожалению, но вот могу только, так сказать, что такое сокращать, потому что, тем не менее, в 44-м, в конце 43-44 году все абсолютные евреи были интернированы, загнаны в концентрационные лагеря. Безусловно, это не были лагеря уничтожения, но это, в общем, была достаточно, так сказать, это тяжелая судьба у этих людей. Видимо, это можно связать с определенным опытом, который японцы получили в Маньчжурии и в Шанхае, где было большое население, были десятки тысяч евреев, с которыми они столкнулись, и как бы, так сказать, так-то попытки, ну, скажем, наладить отношения с этим еврейским населением казались не очень удачно, и во главе спецслужб японских на территории Индонезии оказались офицеры, прошедшие через Маньчжурию и через Шанхай, которые где-то уже к концу своего пребывания стали понимать, что такое евреи, потому что вначале это была совершенно непонятная для них вещь. Значит, постараюсь уложиться. Значит, после войны начинается упадок еврейства Индонезии, то есть пришедшая на смену голландской власти республиканская власть. Напомню, что, значит, республика Индонезия была произведена в 45 году, в 49 году она получила международное признание, и в глазах новых республиканских властей эти евреи, если вообще не их знали, это были какие-то европейцы, какие-то голландцы, которым, в общем, как бы нечего совершенно было делать в этой, так сказать, обретшей вот независимость огромной стране. И большая часть ашкеназских евреев оттуда уезжает. Уезжает кто куда. Значит, уезжает, ну, в Голландию просто возвращается, потому что многие были служащими там администрации, военнослужащие колониальной армии и там, так далее. Люди свободных профессий, понятно. Кто-то уезжает в Сингапур, кто-то уезжает вот в Австралию. Сефардская община в 47 году приобретает все здания под синагогу и решает остаться в Сурабае, хотя тоже, так сказать, в общем-то, отъезд как бы начинается.
достаточно знакомая ситуация по русским евреям эпохи перестройки и после нее. То есть как бы начинается, так сказать, вообще такой отец. Тем не менее, в 1947 году в Шарабае приобретается здание, небольшое маленькое здание, которое становится синагогой, единственной синагогой в этой, значит, огромной стране. Огромная страна не подозревает, что у нее есть евреи. Тем более, что как бы количество их постоянно сокращается. Я помню замечательный анекдот, потому что когда-то я делал еще там в 70-х годах, в начале 80-х делал я доклад географическим обществом на теме евреи Индонезии, там были индонезийцы. Один из них, он говорит, ну мы, говорит, вообще-то не знаем, что у нас есть евреи, но один, говорит, мой знакомый, он был в составе ООНовских войск на Синайском полуострове. И мы, значит, там сыграли товарищеский матч футбольный с египтянами. И тут же получили от израильтян ноту. Вы тут вообще не индонезийцы, а вы тут ООН, поэтому извольте играть с нами. И мы стали с ними играть, и когда, говорит, один из игроков упал, то он разразился таким хорошим яванским матом. Вот тут только мы поняли, что, оказывается, у нас тоже есть свои вот евреи, сказал. Причем из игроков израильской команды. Ну да. В том все дело, игроков израильской команды, да. Я сам был, значит, у этих самых сефардов в 63-м году. Рассказывает просто, что называется, некогда. Но что происходит дальше? Самое удивительное. Дорогие коллеги, я сказал 5 минут, я не могу не рассказать вам эту замечательную историю. Значит, их становилось все меньше и меньше последние 20-25 лет в разных справочниках, где вообще что-то упоминалось, говорят, что в Индонезии живет 20 евреев. 20 на 250 миллионов, 20 человек, это мощно, конечно, да. И кое-где можно было даже видеть даже фотографии этой маленькой синагоги в Шарабае. Вот, когда был этот самый свинец в Газе в 13-м году? Значит, Индонезия, в принципе, не имеет дипломатических отношений с Израилем. Демонстративно всячески поддерживает борьбу палестинского народа и так далее. Издаются разного рода крайне, я бы сказал, радикальные антиизраильские, антисионистские и прочие издания. Но, да, значит, в 13 году на компании Газы происходят антиизраильские демонстрации в Шарабае, и под шумок этих демонстраций синагогу разрушают. Не в виде насильственного акта, а вот как-то так вот. Была парочка демонстраций, потом через пару дней смотришь, эту маленькую дырку нет. На чем многие, в том числе и я, и решили. Ну вот и пришел конец еврейской общине Индонезии. Тем более там уже оставалось их не так много, этих самых, значит, сефардов, вот от сарабайских, они все больше и больше вот отразъезжались и так далее. И дальше происходит совершенно вот удивительная история. Значит, за пару лет до этого события, до разрушения этой синагоги, на севере острова Сулавеси, старшего возраста пункта под названием Целебес, в городе Минадо, это значит столица крайнего северного района Минахаса, внезапно объявлено об открытии синагоги. Значит, вначале одна синагога, потом появляется вторая синагога в городе Тондано, там же тоже на северном Сулавеси. В 13-м году, тогда же, когда разрушается синагога на Яве, Ява вся мусульманская, а Сулавеси нет, правительство северного Сулавеси, области Минахаса, выделяет 150 тысяч долларов, огромная сумма для Индонезии, прямо скажем, да, еврейской общине провинции на возведение 19-метровой миноры над городом Минадо. Да, внушает. Внушает. Да, серьезная вещь. Серьезная вещь, да. Да.
Значит, вот, что такое, откуда как? Я просто сейчас пущу эту книжечку, тут несколько любопытных вот картинок. Значит, инициатором является некоторый молодой человек, уроженец Северного Соловеси по имени Лента Пиранен, примерно так он назывался, да, который принимает имя Яков Барух. Вот это он тут вот и сфотографирован на фоне этой своей миноры, который, значит, рожден в мусульманской матери в христианской семье. Надо сказать, что население Северного Соловеси 90% христиане-протестанты. А мусульман там очень мало. И, безусловно, конечно, вся эта история связана с политическим развитием сегодняшней Индонезии. У меня просто нет времени вам рассказывать, я не думаю, что это будет вас очень интересно. Это, значит, Лен Талилинган, он же Яков Барух, узнал от своей бабушки о том, что она является потомком, что ее предки были голландские евреи, которые там жили. Вы опять говорите, ашкеназы, да, но тут уж явно уж не ашкеназки дальше получается. На него это производит большое впечатление, он решает, что раз так, он тоже должен стать евреем. Он довольно быстро, вот он собирает группу людей вокруг себя, человек там 30-40, который тоже вспоминает, что у него были предки, были голландские евреи. Потом там появляется какой-то странный человек, торговец, приехавший еврей из Сальвадора, совсем другая часть света, да, который как-то помогает ему что-то делать. Он добывает Тору, Сефер Тору кто-то, значит, ему присылает. И начинается как бы вот последние там 3 года, 4. Начинается, значит, совершенно новое явление. Люди оказались крайне вот тут энергичными. И, значит, пока я писал эту работу в «Евреях Индонезии», это не первая моя работа. Сейчас я первый раз их с ним познакомился в 1963 году, потом я написал в самиздате, я опубликовал в 1988-1987 году в еврейском, этом самом историческом альманахе, сборнике, маленькую статейку, потом уже еще как бы все-таки более, значит, что получилось? Пока я писал статью, еврейская община Индонезии внезапно начала стремительно разрастаться. Значит, в 13 году объявлено создание Объединенной еврейской общины Индонезии. Заметьте, в том же году, когда разрушается последняя синагога, историческая, условно говоря, которая была приобретена в 1947 году. Эта Объединенная еврейская община Индонезии стала включать себя, кроме общины на Соловеси, также недавно создавшую общину в Джакарте, в Лампонге, это Южная Суматра, в Магеланге, Центральная Ява, Амбоне, это Малузские острова, Манокваре, Тимики и Сарме, это на Новой Гвинее. То есть, как бы, так сказать, это уже вот по-папски, в общем же, районы. Да. Количество вновь обнаруживших свое еврейство растет, как снежный ком, за то время, что я писал эту статью. Появляются фантастические оценки численности евреев, уже доходящие до 3-4 тысяч человек. Инициативная группа поднимает вопрос об официальном признании Индонезии иудаизма как одной из признак религии. Индонезия, несмотря на то, что там 80% мусульманов, не считает себя мусульманской страной. В основе индонезийской политики лежит признание веры в единого Бога. Кетухана Ниамага Эса называется дело по-индонезийски. Что дало много неприятностей, в частности, сторонникам балийского индуизма, которым пришлось изобрести единого Бога, прежде чем их признали в качестве официальной религии. Это уж такая местная, вполне религия, да. Вот, значит, но сегодня признано 6 религий. Ислам, католицизм, протестантизм, индуизм, конфуцианство. Что я еще пропустил? Ну, значит, 5, допустим, да? И из иудаизма среди них нет. Значит, они уже говорят о том, что будем все теперь требовать. Остается добавить, на разных островах Индонезии, от Суматры до маленького острова Кисар на Малуках, встречаются как бы иудействующие. То есть некоторые племенные группы, сохраняющие мифологические предания о происхождении от древних иудеев. Обычно такие традиции восходят к интерпретации библейского текста на вину христианства. Вот с этим островом Кисар
это совсем крохотный, вот, так сказать, там островишко, расположенный недалеко от побережья Восточного Тимора. Там есть две деревни, которые говорят на неавстронезийских, на папуасских языках. Они недавно вот опубликовали жители этой деревни, довольно большую приличную статью, страниц на 60. Как бы, так сказать, излагая собственное видение собственной истории, которая начинается с истории о медном змее. И о том, что два клана из этих двух папуасоязычных деревень, они непосредственно потомки тех, кто, собственно говоря, был в этот момент в Синайской пустыне. И дальше их странство описывается вплоть до Кисы. Вот. Ну вот, в общем, так сказать, то, что я хотел вам рассказать. Значит, что можно сказать? Этот самый Яаков Барух, энергичный, значит, человек, ну вот там вы видите его в этой книжке, которую я опустил, он пытается добиться признания, причем он сразу захотел стать хабадником. Это правильно. Да, он надел черный этот самый лапсердак и шляпу там, в ней, по-моему, там, и поехал в Сингапур, где, значит, вот, имеется Рафа Дэвжиль, который, правда, не хабадник, он марокканский, но близкий к хабадникам. Да. И как бы сказал, что вот я, дорогой, значит, да, бельвиня. Раба Бержиль усомнился в его, так сказать, в легитимности, вот то, о чем я сегодня говорил утром, по поводу легитимности, да. И, значит, дальше Яаков Барух посетил Амстердам, где по результатам его визита в еврейском музее в Амстердаме, многим наверняка известным, прекрасный музей, была сделана выставка под названием «Саламат Шаббат». И посетил Израиль, где, кажется, к нему отнеслись мягче, чем в Сингапуре, но точно результатами есть. Я пока с ним пока еще не познакомился, хотя думаю, что, конечно, надо будет, наверное, это сделать, если хватит. На сегодняшний день Индонезия – это, как я уже сказал, единственная страна, где как бы объявлена еврейская община, но которая не признана еврейским миром. И другой общины, которая сказала бы, что нет, это не они, а вот это мы, такого нет, как, например, происходит в Албании, скажем, где имеется светская община, имеется хабадный раввин, приезжающий из Салоников, и каждый говорит, что это вот это мы. Но в Индонезии просто нет этого вот пока еще вообще. Тем не менее, еще раз повторю, причина, конечно, этого роста, безусловно, кроется во многом во внутренних политических проблемах самой Индонезии, в частности, с ее федерализацией, которые происходят в последние годы, с изменением, в общем-то, социальной структуры, со сложными всякими политическими процессами. И как бы вот тот факт, что нашлось региональное правительство, не мусульманское, которое решило сделать такой демонстративный жест, поставило вот эту вот огромную минору, безусловно, говорит о том, что эта страна переживает много разных новых стадии своего вот развития, в которой неожиданно образовался такой вот еврейский элемент. Спасибо. Спасибо вам. Вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы там разговаривали? Я знаю по-русски. Индонезийский язык. Индонезийский? Да. Спасибо. Маленький вопрос. Вик, а с малукскими островами это не ваши личные контакты там? Нет, абсолютно. Абсолютно. На Малукских островах я побывал в 2012 году, я снова заехал туда, после того, как я там жил два года в 60-х годах, значит, ну, я дал там карточку, на которой мне написано, что я, типа там, вот, что я вице-президент Всемирного еврейского конгресса, да. И, значит, а у меня других карточек не было, поскольку я сейчас там с коллегами в университете. И, значит, они провели интерес, говорят, ну, вот это самое, да, так вы, это самое, я говорю, а вы что, знаете вообще об этом? Ну, как же, говорят они мне, мы, вот там, значит, так сказать, коллега-лингвистка, которая знает, местная житель, сама Малуканка, она говорит, я два раза была в Израиле. А что же там делаешь, дорогая, спросила я, как, мы на паломничество ездим. Я действительно вот в Израиле несколько раз уже встречал индонезийцев, которые приезжают туда. Вообще отношения Индонезии и Израиля – это тема для другого доклада. Но могу сказать, что никаких как бы отношений нету, да?
дипломатических отношений нет, но возникла Израильская Индонезийская торговая палата, как частное мероприятие, тоже где-то году в 13-м или 14-м. Мне стало известно о том, что индонезийские офицеры ездят стажироваться в Израиль. Джойнт, значит, оказывает под каким-то хитрым тоже образом, не прямо джойнта, как-то скрыто, гуманитарную помощь начал оказывать после цунами на Аче. Аче – это самая исламская часть Индонезии, и мы стали ездить туда. То есть есть, как бы, так сказать, довольно разнообразные общественные связи Израиля с Индонезией. Значит, там был у них премьер Гусдур Абдурахман Вахид, значит, теперь уже покойный, который был главой был мусульманской партии. Он вообще был большой, был израильфил. И при нем, значит, в Джакарту заехал Шимон Перес, который был тогда министром иностранных дел. По дороге из Китая вдруг, где-то на полдня, заехал в Джакарту, значит, да. После того, как Абдурахман Вахид перестал быть президентом Индонезии, он приехал на Всемирный еврейский конгресс. На последнем съезде Всемирного еврейского конгресса в Будапеште в 2013 году, на котором я был, да, приехал туда глава маленькой мусульманской партии, численность 40 миллионов человек, значит, Дин Шамсуддин, и обратился к Всемирному еврейскому конгрессу, сказал, что вот я приехал сюда к вам, евреи, приезжайте, стройте синагоги, мы вам открыты. Это особая вещь, то есть отношения эти есть, хотя формально их нет. Совершенно другая вещь, чем Малайзия, где решительно нет, решительно ничего, очень агрессивно, очень резко антиизраильская страна. Хотя Малайзия и Индонезия, в общем-то, и те, и другие говорят на малайском языке, и, так сказать, выросли из одного корня. Вот по поводу Малук, насколько я помню, там ведь португальцы же были еще. Португальцы были и во всей Индонезии, не только на Малуку. Я буду картинки показывать, опустить. Нет, надо такой, отодвинуть. Что-нибудь известно, могли ли там уже, быть да, какие-то ресторанные еще португальские? Мне ничего не известно. Значит, я, правда, не исследовал специально этот вопрос, но португальцев было там немного, во-первых. Во-вторых, все эти ушмаран, то тогда мы можем говорить тогда об амстердамских ватмаранах, которые могли с голландцами туда приехать. Но, как я уже сказал, в период Объединенной Латинской кампании евреев в кампании не было, они туда их не пускали, потому что Латинская кампания, значит, она ввела закон, запрещавший сотрудникам кампании вступать в брак с нехристианами. Это было понятно не против евреев, значит, а против большого, так сказать, количества женщин, которые в Юго-Восточной Азии, в Южной Азии, где они, значит, обсуждаются. Но евреев касалось тоже. Соответственно, не было кошерного питания и прочее, прочее. Все это, евреев там нет. На Малуках, значит, когда я там жил, я прожил там 2 года, да, значит, там была одна была еврейская дама, которая была вдова амбонца, то есть местного малуканца, который был врач, да, старушка такая, там проживала голландская еврейка. Больше там евреев никаких не было. Но поскольку они протестанты, то они любили называть себя Новым Израилем и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот моменты, которые вообще свойственны кальвинизму и лютеранству, которые, так сказать, как бы воспринимали себя, а не ненавистных ими католиков, как настоящих потомков тех евреев, которые были Божьим народом, это в какой-то степени можно было видеть на Малуках. Сейчас там, кажется, тоже вот 2 еврея, как мне сказали, на Амбоне живут, но я не успел с ними встретиться, поскольку был там 3 дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.